Так, цены на фрукты и овощи. Видите, картофан стоит 39 копеек. Капуста стоит евро 99 копеек. Или это не капуста? Что-то такое интересное. Странная капуста. Если это капуста. Вроде капуста. Вот, картофан. Лук евро 29. Лук 89. Вот эти вот стручки. Горох 2,75 стоит. Вот это я не знаю, что такое. Это парката. 2,15 стоит. Вот перец евро 10. Огурцы евро 15, если это огурцы, конечно. Так вот, баклажаны 85. Этот лук какой-то здоровый, вообще огромный. Евро 95 стоит. Такие вот вообще здесь вещи, то ли дыни, то ли вообще не знаю, что это за тыквы, дыни. Такие цены у них. Ананасы, ананасы стоят. А нет, это пина, apple, это скорее всего дыня, евро 99. Лимонные 2,75. Лимон, кстати, видите, лимония называется. То есть аргентинский, притом лимоны. Яблоки итальянские 2,10. Вот манго испанское 4,45. Испанский манго, кстати, сочный такой. Вот лайм, кажется, местный лайм или нет, 4,95. Ничего себе, лайм 5 евро стоит. У них на деревьях они везде растут здесь. Вот бананза евро стоит, вот эти апельсины или мандарины. Яблоки 2,59. Тут разные цены на яблоки. 2,59, 2,10. 2,10. Виноград 3,49. Сливы 2,25. Манго, бразильские манго уже стоят 3,25. А испанские 4,45. Видите, испанский манго дороже, чем бразильский манго. Вот такие вот дела. Мы сейчас находимся на острове Кипр. 2,95 яблоки, 2,59 груши. Груши неизвестно сколько стоит. Евро 29 стоит вот эти вот персики, кажется. Это нектарины или персики, что-то такое. А вот нектарина написано. Сливы 2,25. Вот персики 2,75. Такие здоровые, такие обычные. В понимании такие классические, скажем так, персики, которые обычно на деревьях растут. Вот африканские апельсины стоят евро 2,95. Киви вроде бы 2,95 стоит. Или это бананы, или это киви. Вроде киви. А вот бананы рубль 25, евро 25. Вот самый чудесный фрукт, который называется авокадо, стоит у нас евро 69. Кстати, авокадо... А нет, 5,45 стоит, я уже думал, дешевые какие-то авокадо. 5,45 стоит авокадо. Это нормальная цена, обычная. 3,45 стоит гранаты. Гранаты у них тоже здесь растут, кстати, на деревьях. Вот разные виды виноградов. 2,60. Нет, это у нас дыни 2,60. Евро 25. Ананас евро 25. Вот этот виноград сколько стоит, что-то не пойму. Непонятно, да? Вот, виноград цены нету здесь. Или есть, но он пока непонятен. Я понимаю, вот тут вот, как он называется, это фили какие-то, это виноград. Один. Это фили? Нет. В общем, это я не пойму, это виноград или... В общем, вот эти, это фили стоит... Это фили стоит 2,69. И разные сорта. Тут видите, вот эти продолговатые такие, типа пальчиковые, скажем так. Есть вот такие вот кипрские, есть еще зеленые. Так, лимоны 2,29. Лимоны уже вроде были. А вот эти как тайские, смотри, фрукты, как в Таиланде, да, вот такие? Это вот эти. Как они называются?
Кактусы? А, это кактусы. Это как Португалия, которые были. Говорила, да, да, да. Просто там они маленькие, здесь они большие. Выросли. Здесь уже съедобные они. Чеснок стоит. Сколько там чеснок стоит? Сейчас, секундочку. 35 центов стоит чеснок. Так, помидоры. 55 центов. Здесь тоже вот. А вот огурцы такие маленькие. Вот такие огурчики вообще редкость. Обычно вот эти большие, такие искусственные. Здесь вроде они 55 центов стоят. Вот эта я штука, вот это не знаю, что такое, но стоит она 2,25. Какая-то капуста сиреневая. Как бурлак. Как бурак, точнее. Бурлак, говорю. Бураки на Волге, вот они, друзья. Если вы узнали, бураки на Волге стоят 85 центов. Такие вот примерные цены в этом супермаркете на вот овощи, фрукты. Вот видите, евро 10, евро 10. Помидоры, огурцы евро 10 тоже. Морковка евро 19. Капуста 85 центов. Вот болгарский перец, но вот здесь он вряд ли называется болгарский, притом он какой-то малюсенький. Вот он стоит 2,69. Вот это вроде брокколи штука называлась. Я не знаю, сколько она стоит. 2,15, кажется, она стоит. Или 3,95. Тут они разные виды. Здесь это зеленое, это белое. Арбузы 55 центов килограмм арбузов. Такие вот цены. Вот видите, маленькие такие вообще огурчики. Вот такие маленькие огурцы очень редко, кстати, встретишь. В последнее время я так заметил. Раньше я вообще на это внимание не обращал, но вот сейчас такие вещи вот заметил. Так, что ж, все тогда. Вот такая водичка, видите, итальянская. Хочу попробовать, что за вода. Минеральная вода. Вот, мне она, по крайней мере, на вид понравилась. Итальянская, называется она Сан Пеллегрино, при том на русском языке тоже написано. К сожалению, сейчас не могу. Не могу. Один переодеяние, блин. Хорошие арбузы, нет? Не знаем, да. Да? Как смотрите? Вот, вообще по жопе палая. Да? Палая, не знаю. Надо смотреть, чтобы был пустой. Если пустой, да? Если такой звук пустой, то это хороший. Это вы точно говорите? Да, я 100%. Если же такой, хороший, если глухой звук, то значит плохой. Вот это ты. А ну-ка. Вот это, видите, вот это хуже в любом случае. Да? Вот это тоже хуже сейчас. Вот это лучше. Вот, звук. Мамуш, хочешь, это возьмем? Или слив возьмем? А ну подожди. Сейчас. Пошли, идем. Так, это я сейчас на телефон, друзья, записываю, у меня тут камера. В общем, вот такую воду еще тоже взял. Что ж, пока все. Смотрите, Анзор ТВ. Сколько инжир стоит? 3 евро килограмм. 3 евро килограмм. Они, вот, друзья, на деревьях тоже здесь растут. Очень дешево, по сравнению с ценами в Европе. Но там какой-то раскрытие. И вот смотри, вот они совсем только что выросли, которые мы сорвали. А вот эти даже твердые. Ну, так да. Что лучше с дерева. Да. А вот, которые как в Таиланде, видишь, вот эти, смотри, они сколько стоят. Личи, да? 11 евро стоят. Африканский. Какой-то африканский, точно, африканский. И дела. Так, все, выключаюсь. Смотрите, Анзор ТВ.